концерте «Любовь и разлука» прозвучат песни и романсы из репертуара советской певицы Людмилы Сенчиной. Их исполнит Алена Бекулова, актриса театра и кино, композитор, исполнительница романсов, народных и эстрадных песен. Сольные концерты певицы с неизменным успехом проходят в Санкт-Петербурге, откуда она родом, а также в Москве и других городах России и Европы. Людмила Петровна – одна из немногих исполнительниц вообще российской и советской эстрады, которая в своем творчестве несла какую-то такую особую любовь, красоту, чистоту, материнскую нежность. И вот эта чистота – это то, к чему хочется прикоснуться, и поэтому я исполняю ее песни. Изумительной красоты бархатный голос Людмилы Сенчиной проникал в душу каждого слушателя. Режиссеры отмечали ее актерский талант, мужчины боготворили за красоту, а женщины мечтали походить на нее. Песня «Любовь и разлука» из репертуара легендарной певицы советской эстрады в исполнении Алены Бекуловой также звучит трогательно и по-особому. В концерте примут участие заслуженный работник культуры Ульяновской области Владимир Самарев и лауреат международного конкурса Елена Рождественская. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.